Что ты делаешь отсюда? Ну, дайте поработать. Ничего, они пошли домой. А почему они так далеко без родителей ходят? Ты не спросил у них? I wanted to, but then they just ignored me. That's their secret. Я думаю, что родители даже не знают, что они так далеко ходят. Yeah, same here. Oh yeah, maybe they left because it was like dinner time and they wanted to come like 15 minutes after. So не dinner, сейчас lunch time. Oh, so yeah, lunch. Yeah, so I think they wanted to go to lunch, so they won't be late, so their parents don't see them. Or, of course, they just ask their parents. Все, так что мы поехали. Ребята, мы уже после концерта, как вы уже поняли из отрывков, концерт был великолепный.
после того, как мы прослушали классику Шопена, моего любимого, Моцарта, и, в общем, напитались культурой, пришло время ехать в магазин за овощами и фруктами. Вот такая наша жизнь, что реально заключается в том, что мы едем в магазин. Хотя я с удовольствием бы поехала куда-нибудь. Вообще хочется на концерт, хочется культурной программы, хочется концерта, хочется вот каких-то таких положительных культурных эмоций. Вот, так что все, ребята, там было так жарко, я вся вон красная. Все, в общем, мы поехали в магазин с Идошенькой. Приедем домой, покажем. Костя там еще докрасил одну раму. Приедем, покажем, что он там накрасил, наш строитель. Так, ну, покупки сделаны спустя. Ну, мы долго были, минут 40. Сегодня будем семечки жевать. На $97 я скупилась. Молоко, яблоки, там пицца. Очень много овощей и фруктов. Перцы были 2 упаковки на 5. Хлебушка, арбузик даже взяла $3, бананки, яблочки еще там. В общем, ничего особенного. Взяла на борщ капусту и там свекла где-то есть, грушки. В общем, ничего особенного, почти $100. Сейчас, сынок. Так, пришел опыт, и Костя наконец-то включил себе музыку. Он понял, что с музыкой по жизни, с музыкой веселее. А что ты опять красишь? Зачем ты что? Не закрывай то, что я наделал. А, оно уже высохло? Да. Угу. На уровне, что я могу заклеить, оно высохло. Так, все, Костя покрасил сегодня двери, мы не красили, он красил только ободочки вот эти от дверей и плинтуса. Сейчас плинтуса уже высохли. Он плинтуса сейчас залепливает, и мы будем начинать красить праймом. Время уже почти... Бусики! Ну, мои маленькие. Бусики! Кушайте. Пойду папе делать мидии. Ой, колбаска у Габи. Я вам показываю один из рецептов, то, что я делаю на пивном. Значит, здесь у меня сливочное масло, чем больше, тем лучше. Вместе с растительным маслом подогревается. Тем временем я почистила чесночок. Сейчас я его туда выдавлю. Он чуть-чуть должен прижариться. Когда он чуть-чуть прижарился, я вливаю пиво. 2 бутылки, какое вы любите. Светлое желательно, темное не надо. Тебе дать еще пиццу, Габи? Короче, и нам нужно довести, солим, перчим, приправляем. Очень вкусно, если вы добавляете укроп, кто любит зелень, но у меня нету. И когда все, масса начнет уже как бы закипать, вы не должны дать закипеть. Но когда она как бы начнет закипать, вы уже забрасываете непосредственно сами масло. Опять забыла, как они называются, я раз помню, раз не помню. И даете им примерно 15 минут на огне. Все, и подаете в этом соусе. Самое вкусное, что этот соус вы потом и пьете вместе с это устрицей или что это? С маслом, короче, вы поняли. Все, здесь у меня уже все разогревается. И выдавливаем сюда чесночок. Все, вот сейчас. Габи, почему как только я включаю камеру, ты начинаешь кричать? Я ничего не понимаю. Иду, кушай, молодец, хорошо, сынок. Так, все, вот жарим, жарим, жарим. Чуть-чуть он буквально темнеет, прихватывается. Мы не должны его здесь выжарить, потому что он должен дать только самый лучший вкус, не горелый вкус. И вот буквально уже сейчас он можно, вот когда все вот так вот буль-буль-буль делает, можно уже сейчас будет заливать пивасик. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Да, он еще должен быть светлым. Он должен... Не должен быть жареным, еще раз повторяю. То есть коричневым. Так. Все. Сейчас вливаем пиво. Так, сейчас еще секунду я жду. Смотрю, чтобы он весь схватился. Он должен быть как будто фри, весь такой в маслечке плавать. Все, по-моему, уже как раз хорошо. Все, вливаем. Пиво. Что, Эдо? Баг. Ну хорошо, баг. Одна бутылочка. Здесь маленькие бутылочки по 300 сколько? По 340 миллилитров. То есть пол-литра пива. Просто очень большая упаковка. Чем больше пива, тем лучше. Пиво мне испортишь. Все. И приправляем. Обязательно. Много соли. Много.
Обязательно перчик, ну, остальные приправы уже как вы любите, по любителю. Я обязательно, конечно же, перчу. Ну, немного черного перца, немного, потому что у него достаточно сильный такой доминирующий вкус, он нам не нужен. Я солю крупной солью. Извините за свет. Так, солим. Да, господи, дети, не кричите, я вас прошу. Так, потом обязательно лавровый лист. Вот что-то, что я не сказала, лавровый лист просто обязательно. Лук, кстати, ни в коем случае не ложите лук. Это не для этого блюда. Так, лавровый листочек сюда. У кого есть черный перец горошком, лучше, у меня нету, поэтому я просто бросила. И что я люблю, так как эти маслс к нам прямо из океана, я люблю, чтобы немножечко придать пикантности особенно, и немножечко вот сгладить этот вкус. Пиво сгладит этот вкус, но все-таки еще поможет такую дать изюминку блюду. Это красный перчик. Вот. Всегда я чуть-чуть, немного. Буквально несколько штук, потому что в смысле несколько таких вот прибросов, щепоточек. Щепотку одну, да, будем так говорить. Даже нету щепотки. Что в чем дело, дети? Все помешали, и оно себе варится. Все, оно себе варится. Запахи и ароматы уже невероятные здесь царят. Просто невероятные. Все. Вернусь к вам, когда оно будет уже начинать подкипать. Не нужно бояться добавлять воды. Если, конечно, вы дадите чистое пиво, это будет супер. Вот, но не бойтесь добавлять воду, потому что, ну, не испортишь вкус этим. Вот, ой, запахи обалденные, стоят здесь просто невыносимо. Все, оно уже почти скоро начинает подкипать, и я раскрываю маслсы наши. Так, вот они уже раскрываются. Ну, в общем, уже скоро, еще 8 минут, и они будут готовы. Ой, запах просто божественный. Звонок прозвенел, и мы вываливаем наши красивые маслы. Вот такое блюдо. Из него Костя будет есть. А вот в такую мисочку красивую бросать. Как они называются? Вот эти ракушки. Вываливаю сейчас. Что, вот наша красота. Значит, дополняем эту красоту несколькими вот такими вот ломтиками масла, которые красиво растекаются сейчас там. Вот так, вот так. Прелесть. Все, и подаем вот так вот два этих блюда. Этот разламывается. Ну, они обязательно должны открыться. Те, кто не открылись, их нельзя есть. Вот. И ты... Я просто говорю, рассказываю здесь, Костя. И все, и вот вы так разламываете. Вот так вот зачерпываете вот этот соус и ешьте. Остальной мусор выбрасываете сюда. В общем, это все очень аппетитно выглядит и пахнет, но я небольшой любитель, это на любителя. Вот так. В общем, пожелаем Косте приятного аппетита. Я пошла укладывать деток спать. Так, все, Костя уже в конце трапезы. Вот как выглядят маслы эти. Подлива вкусная, все вкусно, но Костя говорит, конечно, свежие были вкуснее намного. Они лучше разламывались, были раскрытые все, были более такие цельные, сочные. То есть замораживать их не надо. Съедать желательно купили, там в течение первой же недели сразу их съесть. Вот. Но ничего, будем учиться, в следующий раз будем сразу съедать. Все, ребята, это был наш второй день ремонта, еще один день с нами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо, что смотрите нас. Вам желаю хорошего дня, доброго утра и спокойной ночи. Пока-пока, до завтра.